было заявлено, что в ближайшее время будет нагласили, что недопустимо какое-либо вмешательство извне, да и недопустимо било кое мешание с поля в дела сербского народа. Понимая, что все-таки это план югославской стороны. От президента Сербии господина Милошевича. И в том погляду от председателя Сербии господина Милошевича. Мы получили заверение. Добились мы уверения, что в ближайшее время действительно. Да, че в близкой будущности стварно. Будут сформулированы предложения. Формулировать это предложи. Направленные на. Усмеренные. Выход из этого кризиса. Излазу. Изованные. Как это а с другой излаз? Стороны, они вписаны. Под этим углом зрения выполнение известных рекомендаций ОБСЕ, реализация познанных препорук ОЭПСа, по нашему мнению, прямо нашему мнению, могло бы открыть путь, могло бы да отворить путь к преодолению противостояния в стране, прямо превозлажению скупляванию земли и началу широкого заинтересованного диалога между основными политическими силами. И почет. Открывающий путь к выходу из ситуации. Зато и кажем, этот документ. Докажем, да председатель Милошевич. We want to make agreement with the Secretariat of Transport and Traffic of City of Belgrade, but we don't get that agreement, so we want to do our examine and we will show everybody how students go on the street by law of Republic of Serbia and Republic of Yugoslavia. Student! Koja brzina? Optimalna. 10, 10, 10.